Особое мнение на 101 FM. В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Андрея Воробьева, руководителя автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперта в сфере ЖКХ, члена Ассоциации юристов России. Андрей, добрый день. Добрый день, Владимир, добрый день всем слушателям. Да, как обычно, мы сегодня будем поднимать темы, связанные с коммунальными услугами. Я напоминаю, что еще 15 сентября в областном центре, да, нет, в Кировской области в целом, да, официально стартовал отопительный сезон 2022-2023 годов. И если помониторить ситуацию в социальных сетях, то до сих пор, ну вот на сегодняшний день я правда не знаю, потому что там понимаю, что ситуация меняется очень быстро. Но по крайней мере. В конце прошлой недели еще в соцсетях, популярных пабликах в Кирове были сообщения о том, что некоторые дома до сих пор остаются без тепла. Андрей, в твоей практике есть такие случаи? Ты помогаешь где-то жителям справиться? Я уж не знаю, это проблема на стороне управляющих компаний или ресурсно-оснабжающих организаций? Что происходит? Ну, по большей части... Та судебная практика и те дела, которые у меня есть, они больше связаны, конечно, с субъектами предпринимательской uh -huh. деятельности. Ну, вот, чуть позже мы коснемся, да. Yeah. Да, вот там бывает не включать тепло uh -huh. по каким-то причинам, там, в том числе из-за несуществующей задолженности, например, могут не включать отопление. А в данном случае к многоквартирным домам, конечно же, э -э такие основания для не включения отопления не применяются. То есть, если кто-то в доме не платит, или, например, даже если 99 из 100 квартир не платят. Uh -huh. То тепло все равно должны включать. То есть, это услуга, которая, э, так сказать, забронирована. Mm. Да, сейчас то есть для это людей без отопления нельзя, нельзя оставлять. Да, то есть здесь есть, это есть так называемая бронь. Mm -hmm. а в данном случае, скорее всего, здесь ведь у нас есть, как правило, два, э, два субъекта: то есть, это или управляющая компания, или теплоснабжающая организация. А если ресурс подведен до дома, да, то есть по трубе тепло приходит, теплоноситель mm -hmm. Mm -hmm. это внешней границы до стены дома, то, скорее всего, управляющая компания не получила паспорт готовности к отопительному сезону. Uh -huh. И перед этим, соответственно, не получив акт технической готовности от теплооснабжающей организации, uh -huh. не сделала промывку, систему отопления, прессовку, там, другие требования к системе к отопления, да. к тепловому пункту. Uh -huh. да. uh -huh. вот. А если этот паспорт готовности получен, то, возможно, какие-то проблемы на тепловых сетях как этим летом, ну и, в принципе, предыдущие это межотопительные сезоны прошлых лет показали, что у нас в городе еще немало так называемых безхозяйных участков, где в случае, если происходят какие-то аварии или прорывы, то возникает спор между тремя, опять же, субъектами, между теплоснабжающей организацией, управляющей компанией, и администрацией города, которые не хотят брать на себя ответственность и тратить деньги на восстановление вот этого участка, ну, Дополнительная который... финансовая нагрузка, да? Да, ага. никому Тот как субъект, будто бы не принадлежит. Угу. Вот. И, соответственно, могут и такие проблемы возникать. Угу. Все-таки как жителям-то быть в данном случае? Ну, нужно, еще раз напоминаем, общаться со своей управляющей компанией, да? Вопросы задавать ей. Где что? Где тепло? Где горячая вода? Верно ведь? Да, а во вторую очередь я бы посоветовал обращаться в администрацию города, потому что она в соответствии с законом об общих принципах организации местного самоуправления отвечает в том числе за теплоснабжение жилищного фонда. Uh -huh. И в данном случае, если управляющая компания работает, получила паспорт готовности, то как раз возможны ситуации уже вне дома, то есть где-то снаружи. Uh -huh. Uh -huh. И там уже администрация, я думаю, что примет меры и разберется, в том числе, если это вина теплоснабжающей организации. Ну и, кроме того, сейчас в соцсетях тоже очень много жалоб на то, что слишком уж, слишком уж сильно топят. Люди пишут, да, по-простому, вроде бы еще на улице температура окружающего воздуха там бывает 10, больше плюс 10 градусов, и одновременно радиаторы отопления в квартирах очень горячие. С этим как быть? Опять же, с управляющей компанией взаимодействовать. Здесь, в первую очередь, надо взаимодействовать с управляющей организацией. Если есть если есть система автоматики, да, чтобы управляющая компания вот эту систему настроила, отрегулировала, если сделала наладку, если она есть, конечно, да. да если ее нету, да, или, например, дома снабжаются от центральных тепловых пунктов, то, как правило, это регулирование уже происходит силами теплоснабжающей организации угу. на ЦТП или уже непосредственно от ТЭЦ. Да, это напрямую, угу. если это зависимая система. Угу. И здесь отрегулировать очень сложно. Потому что, например, там задвижки какие-то или краны шаровые, которые стоят на воде в доме, ими не всегда удается адекватно отрегулировать. Да они, впрочем, и предназначены для открытия или закрытия угу. подачи тепла. Поэтому здесь надо работать уже напрямую с теплоснабжающей организацией. Другого выхода нет ну наших условиях, да, потому что оперативно поставить автоматику невозможно. Кроме этого, нужно учитывать, если теплоноситель идет не от центрального теплового пункта, а от непосредственно из сети, и в доме есть подогреватель, то есть бойлер, да, по простому говоря, то теплоснабжающая организация тоже не может подавать температуру теплоносителя меньше, чем температура, которая необходима для горячего водоснабжения, то есть Меньше 60-65 uh -huh. градусов, uh -huh. и поэтому если система отопления в доме спроектирована таким образом, что ее невозможно отрегулировать где-то да, на вводе или по стоякам, или по этажам, то вот эта вот минимальная постоянная температура для подачи в дом, она как раз будет и увеличивать температуру воздуха в квартирах, uh -huh. что в свою очередь приведет к тому, что жители будут просто открывать форточки. Для а как создание комфортно как Ты в этом году оцениваешь подготовку к отопительному сезону? Еще где-то в середине августа городская администрация с большими претензиями в адрес управляющих компаний обращалась, что было еще очень много паспортов готовности, так называемых, вот, да, не получено, и как-то вот опять управляющие компании не очень-то торопились все это делать, и я напомню, мы в студии об этом говорили, в этом году было в, внедрено новшество, промывка внутридомовых систем отопления должна осуществляться еще и под давлением, а это С компрессором. Да, с компрессором, а это дополнительные еще расходы, затраты, то есть нужна специальная установка, либо промышленно изготовленная, либо какими-то там, там своими силами. Твоя оценка? Ну, вот, а, как правило, как раз такие mm -hmm. установки делают да, своими силами, потому что mm -hmm. это дешевле. Потому что сами по себе уже готовые установки стоят достаточно дорого, то есть mm -hmm. сотни тысяч рублей. Mm -hmm. Насколько вот. оправдано внедрение этого новшества? Ну, вот раньше вот обходились без этого, без, <laughs> без промывки под давлением, а теперь у нас вот такое требование. Ну, в целом это позволяет да, повысить эффективность промывки самой системы отопления. Uh -huh. это потому что промывка может быть не только гидропневматическая, но и химическая. Да, То есть, да и в принципе так-то зависит еще от того, как это будет сделано. И везде ли это целесообразно сделать и нужно делать. Потому что есть некоторые системы отопления что если ты эту промывку сделаешь, ты просто можешь там что-то не запустить. Или, uh -huh. например, запустить таким образом, что где-то что-то потечет. Ну, то есть, например, в старом многоквартирном доме, да, например, да, вот такая Да, система. то есть требования есть, uh -huh. но к этому нужно uh -huh. подходить таким образом. Индивидуально вообще, избранно. Чтобы uh -huh. было время на устранение каких-то неисправностей. То есть, если где-то что-то не будет работать, где-то что-то заклинит, где-то что-то потечет, чтобы это можно было сделать до начала отопительного сезона. Uh -huh. Но если у управляющей компании много домов и вот идет это все в таком вавральном режиме, да, где-то в августе, да, как правило, начинаются эти работы, то, конечно, могут и не успеть. Uh -huh. Когда масса домов, и везде нужно провести эту процедуру, да, обязательно. Ну, а в целом-то как? В этом году ситуацию оцениваешь? Она кардинально не изменилась? Я по думаю, сравнению что кардинально с не изменилась. Годами? Mm -hmm. Что, как бы примерно все так же, как из года в год. Mm -hmm. Мы видим, в принципе, одни и те же проблемы. То есть, где-то часть домов, ну, относительно небольшая часть а по сравнению со всем жилфондом в Кирове, не успевают подготовиться к отопительному сезону. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, в принципе, одни и те же управляющие компании, как правило, крупные. Mm -hmm. Вот поэтому ничего здесь нового для меня, по крайней мере. Угу. Еще одна тема, которая постоянно звучит в информационном поле, это тема капитального э, ремонта. И вот сюжеты проходили в кировских СМИ буквально недавно. В пример да, приводился и приводится, да, Октябрьский проспект 9. Якобы смета там на капремонт была утверждена еще в тысячи 2000... 2020 году, и по тем деньгам это 7-8 миллионов рублей, там что-то порядка должен был капремонт обойтись. Якобы сейчас материалы подорожали, работы подорожали, подрядчики отказываются заходить на этот дом, участвуют в конкурсе. Ты в курсе этой ситуации? Да, я что не там в происходит? Курсе, да. люди, люди уже жалуются, там все, там бежит крыша, что-то топит, в общем, ужасные условия, безусловно, каждый из здравомыслящий человек понимает, что ну, ну, в такой ситуации нельзя просто находиться нормально, жить нормально. Ну, во-первых, и насколько типичен э... этот случай да. для Кирова? Хотелось бы вот э, посмотреть, какая будет реакция со стороны контрольно-надзорных органов, mm -hmm. потому что здесь могут быть, а э, может иметь место бездействие фонда капитального ремонта, mm -hmm. который своевременно э, не провел этот капитальный ремонт, э, не изготовил проектную документацию, не организовал конкурс на выполнение данных работ. То есть надо посмотреть, каким образом закончатся проверки, вот. То есть, го госжилинспекция, да? Да. Прокуратура. И прокуратура. Прокуратура, соответственно. Да. Два основных. Этим. Ну, это, кроме Вещи. того, жилищную инспекцию относительно недавно напрямую наделили полномочиями по контролю за капитальным ремонтом, угу. вот. Поэтому, так как до этого она, а жилищная инспекция говорила о том, что эти контрольные полномочия у министерства. Uh -huh. У регионального министерства да. энергетики и ЖКХ. Поэтому сейчас можно напрямую обращаться в жилищную инспекцию. Uh -huh. вот. Но что касается самой стоимости, это мы и так понимаем, что цены выросли не только на стройматериалы, да, но, в принципе, на многие товары. Вот. И те предельные стоимости, которые утверждают министерство энергетики и ЖКХ, при проведении капитального ремонта в случае, если фонд является да, общий котел, uh -huh. оператором uh -huh. этих денег. Без спецсчета. Да? Без спецсчета. Они постоянно увеличиваются. То есть эти, эти предельники, они постоянно увеличиваются. Uh -huh. А тариф, как правило, не растет. То есть размер взноса, как правило, не растет. Вот. И фонд капитального ремонта практически не успевает. То есть он все время упирается в эти предельные стоимости. Ну, то есть, по сути, не успевает за ростом цен. Вот. Но мы можем прийти к такой ситуации в данном случае, если постоянно будут расти предельники и не будет расти размер взноса, что фонд капитального ремонта при выполнении краткосрочного плана может просто остаться без денег и не закончить весь объем работ, который предусмотрен по домам, который предусмотрен краткосрочным планом, долгосрочным планом. Вот экономика очень простая. Как вы помните, в начале, там, начиная с 2015 года, примерно был план там, 1000 домов в год. Но потом он, он ежегодно он, сейчас повторяется. Да, ежегодно вот. повторяется, потом да. он стал уменьшаться, потому что понятно, что этот план не могут выполнить. Uh -huh. Но даже если взять там, 800 домов, да, ну, давайте даже 600, да, например, 600 домов, Средний, там комплексный ремонт или какой-то частичный в доме 5 миллионов. Угу. То есть 600 мы умножаем на 5 миллионов, мы получаем 3, миллиар... это 3 миллиарда рублей. Это та сумма, примерно. Это та который, сумма, который которая как раз фонда. Фонд, То есть, фонд если Капри будет фонд. фонд полностью выполнять весь краткосрочный план, он может столкнуться с той ситуацией, что у него просто не останется денег. И тогда уже это возникает такая вилка, что делать? Либо увеличивать размер взноса. Что в нынешней А ситуации... у нас регулируется постановлением это правительства Кировской области. А либо возникает субсидиарная ответственность правительства, то есть бюджет Кировской области должен будет продолжать финансировать программу капитального ремонта. Вот и все. Поэтому вот то, что план не выполняется, это может быть как раз одним из таких спасательных кругов для фонда потому что мы пока еще не видели ни разу, чтобы эта программа была выполнена, и даже предпосылки к тому, чтобы ее выполнить, хотя бы угу. процентов на 90. Ну, увы, такая ситуация складывается. Да. да, и вот что конкретно в том доме делать, надо, конечно, смотреть, потому что есть и судебная практика, когда управляющая компания вместо фонда капитального ремонта проводит работы капитального характера угу. при наличии протокола общего собрания, решения общего собрания о необходимости его проведения и бездействия со стороны фонда капитального ремонта, mm -hmm. и потом уже в судебном порядке взыскивают с фонда капитального ремонта mm -hmm. неосновательное обогащение то есть, или убытки, то есть ту сумму, которую она потратила. Насколько... То есть, когда управляющая компания и собственники пишут в фонд, вот нам надо прямо сейчас, прямо сейчас, mm -hmm. прямо сейчас mm -hmm. обращаться в администрацию, перенесите срок на более ранний, администрация тоже таких мер не принимает, и вот возникает такая необходимость, то вот такие меры есть, то есть такая судебная практика есть. В Кировской области я пока не, не слышал. Угу. Вот. Я думаю, возможно, появится в ближайшее время. То есть для нас она нетипична не, не еще пока история. Да, да, да? это пока единичный да. случай. Угу, угу. Ну, фонд Капремонта, насколько я понимаю, там руководитель Виктор Тарасов сказал о том, что по данному адресу конкретному подрядчик якобы уже найден или будет в ближайшее время найден. И речь идет о подрядных организациях, которые к нам приходят из других регионов. И раньше мы тоже говорили в студии на эту тему, были планы действительно по привлечению иногородних компаний. Риски есть тут какие-то, если занимаются капремонтом, проведением не местные фирмы? В свое время я входил в комиссию при профильном министерстве как раз по включению подрядных организаций в реестр этих организаций, которые имеют право проводить капитальный ремонт. Сколько я смотрел этой документации и заявок от подрядных организаций, в том числе с других регионов и даже дальних там каких-то это федеральных округов, которые далеко от нас, там по сути все требования формальные. То есть это если у тебя есть опыт выполнения работ, и если у тебя нет там задолженности там по страховым взносам, там по налогам и так далее, то ты там в принципе имеешь право участвовать uh -huh. и проводить а работа капитального характера. Ну, понятно, там эти все лицензии, свидетельства СРО, саморегулируемой организации, то есть наличие членства. И ты можешь участвовать. Поэтому, если мы видим ситуацию, что... А реально-то а... реально можно вот узнать, что собой представляет эта компания? А действительно, располагает ли она необходимыми ресурсами, человеческими, техническими и так далее? Так просто нет, не заглянуть. Нет, не заглянуть да, непрозрачно вот, это все. По крайней мере, я не знаю, как сейчас, но вот в то время, когда я был членом комиссии, mm -hmm. мы видели несколько договоров то есть, как минимум, три договора на определенные суммы, где они выполняли работы капитального характера. И мы смотрели, что да, вот они такой-то объем сделали, такие-то виды работ делали, то есть хотя бы что-то примерно мы могли оценить. Mm -hmm. Сейчас этого уже недостаточно. То есть там три каких-то контракта, три договора, это еще не показатель того, что вот в данный момент в Кировской области вы сможете выполнить эти работы. Кроме того, ситуация на рынке постоянно меняется в связи с изменением цен на стройматериалы, услуги и так далее. То есть, ну, в любом случае, если мы видим, что кировские подрядчики по объему э, не готовы работать, потому что они справляются, наверное, неправильно говорить, потому что, мне кажется, есть. Э, Такие ситуации, когда просто экономически невыгодно заходить на какие-то лоты, на какие-то объекты, uh -huh. то я не вижу ничего плохого, чтобы и из других, и с соседних регионов, uh -huh. а подрядки приходили и брали на себя такие обязанности. То есть, может быть, у них меньше издержки. Может быть. Мы не знаем, может, по да, может как быть, по-другому. Может Экономика логистика, какой да, как это иначе. Да, uh -huh. может, у них на складах еще там по старым ценам какие-то стройматериалы закуплены. То есть мы этого не знаем. Uh -huh. и если они могут взять на себя эти обязательства и выполнить, то почему бы нет? А вообще, в целом, вот на твой взгляд, судя по опыту работы, вообще отношение обычных жителей к капремонту меняется со временем? Люди как-то лояльнее начинают относиться, более ответственно участвуют в обсуждении всех этих вопросов? Либо, ну так вот, в основном тоже ничего не меняется? Я лишь вижу то, что. Я знаю, что... прекрасно там вот по, по каким-то дам друзьям, знакомых, да, вот они говорят о том, что у нас будет капремонт, и когда это все потом начинается. Извини, что перебил. В общем, ну многие, что называется, хлебнули горе с этим, с этим делом. То, что я вижу, происходит на специальных счетах, те, у кого специальных считает проводят капремонт, там относительно у всех все хорошо. Планово. Да, то есть вот они приняли решение открыть специальный счет, приняли решение провести капитальный ремонт, там, кровли, фасада, инженерных каких-то систем. Они сами выбирают подрядчика, сами определяют предельную стоимость и, соответственно, потом видят результат. Если этот результат их не устраивает, то, соответственно, заставляет подрядчика устранять эти недостатки. Угу. Да, есть там какие-то отдельные случаи где или недобросовестные подрядчики, либо еще какие-то. Бывают случаи, но это больше единичные. Потому что при Скорее работе исключение, фонда, да. Да, как исключение это из правил, правил, при фонде капитального ремонта мы как-то наоборот видим. То есть нам показывают какие-то удачные кейсы раз в год, один-два дома, где сделано хорошо, красиво, идеально. Как правило, это какие-то такие лицевые фасады на главных улицах города. Вот. А в целом как-то мы пока не видим успехов. Вот, и я вижу тренд в другом. Тренд в том, что рост идет по открытию специальных счетов. Угу. То есть, в целом, по стране он сейчас 15-16%. процентов. Да, вот недавно буквально он еще был где-то на уровне 10% СМИ сообщали на. Да, да 15-16% это угу. если считать от количества домов. Угу. А, от, от, от общего жилого фонда. От общего да, жилого фонда. А угу. если считать по площади, то это 22% угу. по стране. То есть. Но, как правило, это дома, ну, мы понимаем, какие, то есть относительно такой как бы средней этажности или высокой, да, большой какой-то площади, относительно не старые, ну, и не новостройки, понятно, потому что новостройки освобождены на 5 лет. То есть это такой тип домов, и там тоже есть проблемы и есть опасность. Опасность вот такого чрезмерного накопления денег на специальных счетах, которые не тратятся. Потому что, во-первых, что происходит? Они обесцениваются в связи с ростом цен. Mm -hmm. Те кредитные организации, ну, по простому говоря, банки, которые позволяют открывать специальные депозиты, ну, по сути, да, накопительные счета, mm -hmm. Mm -hmm. там далеко не те ставки, которые у нас есть, даже. На рынке для физлиц. В общем, инфляция, она съедает. Инфляция, <source> <Ils _ Elektromatio> она съедает uh -huh. все эти накопленные проценты uh -huh. по депозитам. Uh -huh. Это первое. А во-вторых, эти деньги не участвуют в общем котле а при работе фонда капитального ремонта. И, соответственно, вот как раз при надлежащей работе фонда, при качественной, своевременной, при хорошей фонде, просто может не хватать денег на ремонт каких-то относительно немолодых, домов малой этажности, малой площади. Я напоминаю, что мы беседуем с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ-эксперт, поднимаем в очередной раз проблемы, связанные с коммунальной сферой. И вот опять возвращаясь к жизни, к тому, о чем пишут в соцсетях, в популярных пабликах жителей Кирова, приход осени, дождливая погода опять у нас оголила проблему ужасного состояния многих городских дворов, лужи, разбитая поверхность, асфальт и так далее. И люди в очередной раз обращаются с претензиями к чиновникам администрации, помогите нам, отремонтируйте наш двор, что-нибудь сделайте. Призываю еще раз обсудить эту тему, насколько оправданы эти претензии кировчан именно к городской власти по поводу дворов. Я думаю, что здесь эти претензии должны сводиться к тому, чтобы был какой-то некий, ну, так сказать, такое есть популярное словос... словосочетание «проектный офис». Uh -huh. да, это чтобы там жители могли с помощью управляющей компании или самостоятельно готовить заявки на участие в муниципальных или областных программах. Там комфортная городская среда вот, и так далее. Проект поддержки местных инициатив. Да, чтобы чиновники не занимались контролем за действиями или бездействием управляющей компании, а больше помогали деньгами. Ну, то есть не напрямую, да, вот через программы. Потому что все-таки ремонт придомовой территории, то есть даже покрытие асфальтом и так далее это достаточно затратное а, мероприятие и в минимальном перечне работ услуг для управляющей компании понятно, что это не заложено, вот поэтому вот я бы таким образом построил работу в муниципальных и региональных чиновников, чтобы вот создали какой-то отдельный центр без вертушки да, в каком-то маленьком здании на первом этаже. в виду что... да, без проходной, Безпроходной, как... без, без, вот... без больших сложностей для того, чтобы туда попасть. В третьем здании правительства, да, там жилищная инспекция сидит, mm. вот, там и общественная палата сидит. А, в для принципе, 23. Да. да. А в принципе, на мой взгляд, туда должен каждый желающий, если хочет, то он должен попадать. Mm -hmm. вот. А есть вот какие-то такие препоны. Это все равно, что не каждый. Там, захочет там заранее записываться, там, звонить, и вот, чтобы как-то там попасть и с кем-то там поговорить. Угу, угу. Вот, то есть должно быть такое место, это ведь и для общественной палаты в свое время Плюс. это предыдущий да. губернатор поднимал этот вопрос, и но вот пока мы не видим этих изменений, то есть вот я вижу, что должны так помогать региональные и муниципальные чиновники. В общем, резюмируем. Наши с вами дворы это наша с вами собственность. Да. да. Как они выглядят, сделан там ремонт. Это зависит только лишь сугубо. Потому что жители-то явно сейчас не потянут самостоятельно. Угу, угу. То есть нужна поддержка, в любом случае нужна поддержка. Но меня беспокоит то, что у нас ежегодно количество дворов, ремонтируемых по этим программам, формирование комфортной городской среды, либо проект поддержки местных инициатив, оно, на мой взгляд, оно ничтожно мало по сравнению с общим количеством да, этих дворов. И если понаблюдать так со стороны за этим процессом ремонта, то он ну, очень такими мизерными темпами продвигается. Но ну, это мой взгляд. Ну, если учесть, да. что у нас там сколько, 4,5 тысячи многоквартирных домов да, в городе. Да, да. И вот те там в десятке, максимум там сотни дворов, где это проводится, ну, конечно, мало. А помнишь, была ведь муниципальная программа у нас, да, уже много лет назад по ремонту дворов. Я, честно говоря, не понимаю, почему бы ее не возобновить. Ну, понятно, что это дополнительная финансовая нагрузка на городской бюджет, но... но вот. Все-таки, повторюсь, нужно, на мой взгляд, искать какие-то пути и дополнительные поддержки да, этой сферы ремонта дворовых территорий. Мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. Она продлится более... Примерно, вернее, одну минуту. Андрей Воробьев у нас в студии. Мы скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Напоминаю, что мой собеседник Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт в сфере ЖКХ, член Ассоциации юристов России. Новость, которая ошарашила многих, я думаю, в сентябре. Новость, суть которой заключается в том, что с 1 декабря в Российской Федерации планируется очередное повышение стоимости коммунальных тарифов, да, повышение. Подражает все, тепло, вода, газ, электричество, вывоз твердых коммунальных отходов, как рассказали в правительстве страны, это некий перенос повышения, который должен произойти 1 июля 2023 года. Да. да, вот он сейчас будет 1 декабря, а следующее повышение только лишь якобы произойдет в 2024 Насколько, насколько это правомерно? У нас такого никогда не было, по-моему. Вот в в обозримом прошлом, по крайней мере. Как ты, Андрей, оцениваешь? Как популярная поговорка, никогда такого не было, и вот опять. И вот и опять, да. В данном случае мы понимаем, что это не просто перенос. Это мы будем платить по повышенному тарифу как минимум на 7 месяцев больше. Угу. То есть с декабря по июнь 2023 угу. года включительно. Угу. Да? Вот, это первое. Насколько это оправдано а в нынешней ситуации? Если учесть тот фактор, что инфляция выросла, стройматериалы, там какие-то трубы и так далее, это все выросло, возможно, это оправдано. Вопрос в другом, что я неоднократно об этом говорил, что в рамках этих тарифов должна быть федеральная, областная, муниципальная поддержка деньгами. Субсидия как минимум. Угу. Ну, их можно по-разному там назвать. Ну, официально да, там название найдется. Да, угу. а, но ну, это прямая поддержка в тарифе деньгами из бюджета, неважно каких уровней. То есть, и если мы видим и открываем статистику Росстата, что, например, доходы населения растут там на 2-3% в год, а тариф, как заявляют в Министерстве экономического развития, будет в среднем увеличен на Надеюсь? 9%. Угу всей стране. Понятно, что на уровне каждого субъекта эти индексы могут быть другие, с учетом возможности у губернатора его увеличения. Вот. То нужно понимать, что вот тот разрыв, который появляется между доходами и ростом, вот он должен покрываться бюджетом. Потому что мы ведь всегда говорили, что мы не против, вы можете хоть каждый год менять там, сотни километров тепловых сетей. То есть не 30, да, там 40, как там сейчас да, примерно прессуют. Да хоть 100 километров, хоть 200. Другой вопрос, что они должны жители города за это платить полностью из своего кармана. Давайте подключать бюджет. То есть здесь никаких вопросов нет. Потому что мы понимаем, что это сети по большей части не собственность теплоснабжающих организаций. Это муниципальные тепловые сети, которые переданы в концессию временно. Mm -hmm. yeah, вот. я понимаю, Это что касается да. тепловых сетей, mm -hmm. насколько я знаю, в кирово чепецке сейчас также прорабатываются варианты заключения концессионных соглашений там, по водоснабжению, по водоотведению, там разрабатываются или уже утверждены инв инвестиционные программы. То есть вот тот предельный индекс, который будет установлен для Кировской области, с учетом возможности повышения со стороны губернатора он может по-разному сработать то есть в каких-то отдельных в муниципальных образованиях по отдельным видам ресурсов может быть очень значительный рост. Uh -huh. Очень значительный. Uh -huh. Uh -huh. И все это мы увидим очень скоро. Но я так понимаю, эта тема на местном уровне должна будет обсуждаться в ближайшее время здесь, да, рост этих тарифов. Да, я думаю, что в ближайшее время uh -huh. будет и общественный совет при оригинальной службе по тарифам, и экспертный совет, uh -huh. где участвуют в том числе главные энергетики, крупных предприятий города. Uh -huh. Где мы будем рассматривать, в том числе как раз это повышение, и давать свои рекомендации в этой части, насколько мы поддерживаем такие решения или не поддерживаем. Uh -huh. Я напомню, вот, допустим, там повышение с 1 июля 2022 года, когда было увеличение платы там, на 8% по теплоснабжению, uh -huh. в прошлом году экспертный совет не поддержал данное решение службы по тарифам и большинством голосов проголосовал против. Угу. Вот. То есть тем самым эксперты энергетики да, города выразили свое мнение о нецелесообразности повышения данного тарифа. Вот. Но, конечно, что здесь стоит отметить, что в любом случае эти решения экспертного совета носят больше рекомендательный характер. Угу. Вот. И, конечно, слово за решение правления, да, то есть за самой оригинальной службы по тарифам. Вот, и в данном случае, я думаю, что где-то в ноябре, может быть, даже в конце ноября, мы как раз вот эти все тарифы и посмотрим, что там получается у кого. То есть у кого какая экономика, я напомню, по Куприту, по ТКО был рост 4%. Вот. А с 1 июля. Да. Да, да, с 1 июля. А там у нас появился вот центральный полигон да, с этого года угу. снова в тарифе. Вот. Посмотрим, как у него. Будет финансово-хозяйственная деятельность. То есть, вот это все проанализировано, потому что вопросов было очень много от этой организации Центрального полигона, uh -huh. в том числе по инвестиционной составляющей, по строительству большой карты Полигона в осенцах, где деньги были включены в тариф, да, фактически оплачены центральному полигону. Uh -huh. Но вот до последнего времени мы пока не видели информации, в том числе от председателя правительства, который публично на видео обещал, что эти деньги будут возвращены. То есть те, которые излишне оплачены, не освоены, да, ну, так сказать, чиновническим языком, если выражаться. Вот, а полигон не задействован, то эти деньги должны быть возвращены. Пока мы от публичных отчетов о том, что было сделано в этой части, не видели. Угу. У нас буквально полторы минуты остается. Тут у нас еще несколько тем. Я даже не знаю, за какую взяться. Но попрошу тогда прокомментировать коротко серьезные перемены, которые должны у нас произойти в следующем году. Тут у нас недавно обсуждался в очередной раз вопрос с горячим водоснабжением. Областного центра и губернатор сказал, что ему еще никогда так не было стыдно да, за то, что не успели подключить вовремя. Горячую воду в следующем году, в 2023, якобы в Кирове к 1 сентября все работы должны быть завершены, и все, в осень мы все должны будем входить с, со стопроцентным присутствием горячей воды. Твоя оценка этого, этой рекомендации, я не знаю, как это, что сможем выполнить. Ну, я думаю, это больше зависит uh -huh. от, уже от муниципальных властей. Uh -huh. То есть на каком уровне у них сейчас ведется работа по анализу и оценке муниципального имущества, то есть тех сетей, которые бесхозяйные, которые ведомственные, mm -hmm. да, там переданные, не переданы, и так далее, потому что какое бы ни было сильное желание у руководства области на местах отдельные чиновники, например, муниципальное там служащие, они просто могут за каким-то моментом не уследить и может просто повториться такая ситуация, как я напомню, была у меня в этом году там, когда середина апреля до начала сентября uh -huh. не было горячей воды, uh -huh. вот и поэтому к 1 сентября, чтобы у всех была возможность получать отопление, эта задача поставлена это правильно. Другой вопрос. Какие задачи необходимо для этого выполнить, пока мы плана этих действий не видели? В общем, все зависит от муниципальных конкретно властей. Да? Ну и от плана действий uh -huh. со стороны руководства uh -huh. области. То uh -huh. есть, что конкретно, кто должен сделать, чтобы выполнить эту задачу, поставленную. Uh -huh. Живые мы видим, что называется. Благодарю нашего гостя, Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ-эксперты. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Особое мнение на 101 ФМ.